Долгие поиски зоны комфорта, чтобы потом ни о чем не заботиться. Сам я пошлю себя к дьяволу, к черту, если мне хоть на мгновение захочется остановиться, примкнуть, отщепениться, в глотку вцепиться, молить о забвении. В этот момент все во мне переменится. Это не жизнь, когда более-менее. Если бояться, что все вдруг изменится, словно и не было, что напланировал, если привязки, повязки, смятения, если внезапно вдруг заностальгировал, я не желаю ни ждать, ни планировать. Миг — это лучшее время творения, судеб, любви, просто в жизнь эмигрировать, как написать это стихотворение. Миг — это вечность, как вечность события, четкие, нечеткие, все время в размытии. Я проживаю как дружбы, простите мне, тысячи жизней и все по наитию. Время распалось, границы условные, ценности разные, все эталонные, только в мозгу живут кем-то внушенные. А на поверку лишь души бездонные просят принять совершенно бесценное, тысячелетие уже неизменное, и не за мзду, не за злато и тугрики, не за подачки, признание публики, просто на счастье незримое, вечное, неизмеримое и бесконечное. Только принять это самое сложное, можно сказать даже, что невозможное, много желаний, но рамки приятия не позволяют принять без изъятия, без разделения на части и частное, и оттого наше счастье несчастное. Не существует совсем по отдельности и не вмещается в нас своей цельностью. Вот и скитаются бога-посланники, как обреченные странные странники, ветром, людьми и надеждой гонимые, чтобы исполниться неисполнимому.